Первые удостоверения ветеранов боевых действий получили бойцы ЧВК «Вагнер» в Барнауле. Торжественная церемония прошла в краевой столице. По словам руководителя Барнаульского отделения фонда «Защитники Отечества» Владимира Медонова, изначально деятельность ЧВК не была урегулирована законодательством. Сейчас фонд заключил соглашение с Министерством обороны. Благодаря этому военные «Вагнера» стали получать статус ветерана и социальные гарантии. Фонд – это тот инструмент, через который будет как раз работа с вагнерами и в дальнейшем с остальными ЧВК. При наличии удостоверения, когда человека приравняли к участнику боевых действий, но это бесплатное питание в школах, льготы на жилье, льготы по коммунальным платежам, плюс ежемесячные социальные выплаты как участнику боевых действий. Ну, порядка 80 льгот.